И снова мы в эфире. 14 сектор. Команда Bobby Earl Fox. Здравствуйте все. Здравствуйте. Что делают неподкупные судьи? Подкупаются. Мы кормим гостей. Подкупные. Обещаем, так сказать. Так сказала Майя, судьи неподкупные. У нас жилеток нету, поэтому не такие уже мои судьи. На. Андрюш, сделай бутербродик. Ну я сейчас в эфире, как бы мне неудобно есть бутербродик. Я тоже неподкупный администратор. Прервать трансляцию, там рекламная пауза, Лебединое озеро там пустить. То есть вы спляшете, я так понял. Да, да, да. Нет, там есть ребята, которые могут сплясать. Голые. Ну, проходим. Или выключаем. Не, ну раз я уже пришел, как бы пока батарейка у меня не села. Вчера у меня было очень удачно. Я когда закончил с 4-м сектором, с этими с вайлдкарпами, я с ними закончил, у меня телефон, ну как бы во время шедура телефон мне сказал, ой-ой-ой. А потом так, знаешь, так классно, 13% так, тынь 9, тынь 7, 5, 4, 3, до свидания. Ну может быть сейчас будет та же причина? Нет, тут было 40% еще было, так что у вас, тем более, что вас смотрит Кеша. Кеша, да, да. Механик смотрит. Кеша, всем механик. Привет. Дай бог вам здоровья. Дискредитация какая-то. Да, оставь. Как Андрюш, бы... а тут написано, ты меня отметил в видео. Да. То есть мы сейчас, я так понимаю, да? Да, да. Я вас отметил в видео. Да. На работе думаю, что я, кстати, больничный. Теперь весь Израиль, потом узнаю. Ну, прикинься больным быстро. Не могу. Не могу. Он ужинает. То есть это обед был. Ну, что скажете вообще, народ? Пока тишина. Пришли добрые. Ждем перемену погоды. Судья набросали на мыло. Ферри. Ферри. Надеемся, что погода поменяется. Но это же был 12 сектор на кубке. А? 12 сектор был же это на кубке, если мне не изменяет. Ну да. И в принципе они достаточно неплохо выступили. Три за три дня, ну Пседер, за три дня. За как? Первые три дня мы тоже три рыбы взяли. Да? Ну, то есть вы выполнили их план, я понял. Ну, да. Мы их, конечно, с собой хотели привезти. А сколько? Но так взяли? Получилось, что мы их поймали. Вам из Киева пишут, Женя, холод. А! Хватит, Женя, привет! Хватит жрать, рыбу ловите. Женя, я перезвонил. Нет, ну командам надо хоть когда питаться, Жень, ну это же тоже неправильно, ну, уже не будут только рыбу первый кормить. Первый раз присели. Вилку убрали? Да. Ну... Я сказал, вообще-то у нас был сейчас обед. Нет, ну смотри, если бы я поймал вас на кормление, вы бы сказали, у нас сейчас кормление. На вываживание, у нас сейчас вываживание. Нет, через часик мы пойдем кормить себя. Проблема в том, что через часик уже будет темно, и я не смогу сделать... А? Обрый можно? Всегда можно. Вот и все. Не, я просто для себя говорю, что я уже не смогу снимать через часик. А, так у нас лампочки хорошие. Еще один. Кто-то мне аккумуляторы предлагает, кто-то лампочки. Лишь бы в эфир попасть. На холод. Ну вот я жду. Я как бы когда пришел к Крещевичам, у них была сразу поклевка. Пройдитесь, пожалуйста, по нашим удочкам. Я не думаю, что вы хотите то, что они поймали. Надо не ходить. Я лучше постою. А сколько у ребят с собой? Ну, при мне было 5. Ну, это уже стабильность. Может, вы сходите к львам тогда? Не, смотри, у румынов сейчас была поклевка, взяли карпа. Ну, где-то на кило. Как бы... Зачет. Да, да, зачет. Поэтому... Смотри, у этих, у китов, которые сидят рядом с Кричевичами, у них вообще ничего нет. Хотя расстояние там всего ничего. Но сами подожди, полюбили. Киты, это кто у нас? Кит это. Опа, поклевый. Кит 2. Это мой был. Нет. Вон горит, вон. Что не горит, то за нее. Не-не-не-не-не, это все ерунда. Это не. Не, не. Это все чушь. Вот поклевка нас позовут. Да, она выйдет, скажет. Серега, да. Я там. Выходи.
Это слез. Это был, как говорится, левый пик. Левый пик, правильно. Согласен. Это, кстати, у тех же китов, у них постоянно. Мы сидели в эфире каждые 15 минут. Пип. Да, но она постояла. 15 минут. Пип. У кого, у кого? У этих, у китов. Это сигнализатор включит. Либо это, как она называется, ну, Иши, еще кто-нибудь. Аккуратненько. Лев уже раз 50 бегал туда-сюда, вот такой вытаскивал, посещал. Да? Даже пытался на лестницу залезть. Не помогает? Нет. Все равно усач. Блин. Надо что-то менять. Ну, к дождю готово, в принципе, там ночью обещают, что покапает. Вот мы зонтики сильного взяли. Не обещают, я мы посмотрел, и ветра сильного нет, но все-таки. Мы взяли зонтики. Чтобы не промокли. Хорошо. Будет нормально. Мы спрячемся, будем вот так вот сидеть. Как в старые добрые времена. Да-да-да, нет, мы в хермонитах просто сидели под дождем. Я помню, это был 2015 год, наверное. Я тогда Карповик купил первый. А Шурко с Игорем как раз тогда тренировались до турнира. Не, подожди, где они? В 15 году они здесь сидели. Они сидели там. Ну, где, чуть дальше, 15 где кусты, или 14. Где кусты начинаются, вот там они сидели. Я не помню год. Не, все года смешались. Мне кажется, это было 15. 15 или 16? 14 это был год. Да, это был 14. И вот я в 14 году поехал на Суситу. Вот я сидел вот реально чуть ли не под зонтиком в дождь, тренировался. Охренеть. Рыба, ты это видишь? У него интернета нет. А ты уже вырубай, меня там уже вообще везде запасли. Рыба, ты понимаешь, что тебе Серега, давай деваться некуда? У тебя просто выхода нет, рыба. Это только утренний закорм. Что я вам скажу, народ? Чем больше кормим, тем меньше клюет. Настоящие спортсмены. Алёш, меня уже попал. Так ты уже попал в кадр. Как, я же не могу тебя вырезать. Всем привет. Всем киевлянам привет. Я могу тебя вырезать потом из записи, если хочешь. Уже поздно, мне уже сказали все. Что ты попал? Что я жру. Ну ты кушаешь, а не жрешь. О, к нам прикормку завезли. А вообще-то круто? Да. Ты можешь не пилить, а патрон. Низенько пішов. Не так дождем. Ну что, народ? Мы можем сейчас немножко рассказать. Это спальня одна. Спальня. Это лаборатория. Кухня. Спальня вторая. То есть, гостевой, короче, нету, все слава богу. Нет. Почему? Он слава гости... богу, гостевой нет. Гости но сидят. Гости все равно сидят. Они все равно приходят. Но стол-то гостевой есть. И жрут гости. И главное, они себя очень омерзительно ведут. Постоянно жрут. Жалобу главному судье. Он лишит их довольствия. Не, я уже написал письмо. А им уже все равно, что там его нет. Мы уже написали письмо, поощрительный приз, типа, как положено. Ну это тоже Колесников предложил вчера. Придумать кучу разных номинаций, всяких смешных и интересных. За самую вкусную жрачку, за самую эту... Ну, народ пожрать вообще приехал. Ну уже просто глумятся люди. Серега, извини. Не корости ради. Да ладно, уже спалился. Всем сказал, что болею. Ладно, народ. Короче, болейте дальше. Да, переживайте. Мы будем за себя болеть. А мы за вас покушаем. Нехе. Нече. Водяному. А мы сейчас сделаем остановку и попытаемся успеть добежать до команды. Подожди, два я знаю, львы. Лидеры. Лидеры, извините. Львидеры. Львидеры. Все. Котята. Спасибо. Через 5 минут ждите снова.